Улица Славы в свое время прославилась плохой дорогой. Но местные шутки про разбитую трассу в разбитый котел теперь уйдут в прошлое. На единственную дорогу, ведущую к трем селам Лазаревского района, Сергей Поле, Васильевка и разбитый котел, наконец-то зашла техника. Дорогу жители села Сергей Поле и разбитого котла ждали давно, этого капитального ремонта. И сегодняшний день, когда эта работа началась, жители наших сел очень довольны. И надеемся, что месяца через два люди наши будут ездить в хорошо отремонтированной дороге. Протяженность участка Мамайский перевал «Разбитый котел» почти 8 километров. В ликвидации ям и оползневых участков задействованы больше 10 единиц спецтехники. В режиме нон-стоп трудятся 40 человек. Дорожники сначала снимают до 50 сантиметров асфальтобетонного слоя, выравнивают участок щебенкой и только потом по всей протяженности дороги кладут современный износостойкий асфальт. Гарантия минимум 5 лет. Но помимо этого будет выполнена и масса другой работы. Замена бетонных конструкций, водоприемных колодцев, ливневой сети, оголовков труб, лотков, замена полностью устаревшего барьерного ограждения на новое оцинкованное, которая соответствует новым, замена знаков на знаки, которые соответствуют современным требованиям, которые хорошо видно в темноте, которые долго служат, обновление разметки пластиком, замена всех автопавильонов. То есть объем средств более 120 миллионов рублей выделен. Капитальный ремонт ведется по программе развития сети автомобильных дорог Краснодарского края. Качество контролируется краевым министерством транспорта. Окончание ремонта запланировано на следующий октябрь, но дорожники намерены львиную долю работ завершить в этом году. Поэтому водители просят еще немного потерпеть неудобства. В связи с тем, что данная улица является одной из самых протяженных в нашем округе, ее необходимо периодически ремонтировать. Огромная просьба к жителям Волжского округа, в частности Сергея Поля, разбитый котел Васильевка. Отнесись с пониманием к проведению ремонта дорожного полотна на данной улице, соблюдать правила дорожного движения и относиться с уважением друг к другу. За деньги из краевого бюджета также отремонтируют дороги, ведущие в Ашема, Капсена, Джигот, Хагабш, Головинку, Большой и Малый Кичмай и другие поселки Лазаревского района. И там дорожники идут с опережением графика. Поэтому уже в начале следующего года путь домой для многих сочинцев станет приятнее. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.